Глава Калмыкии Бату Хайсиков провел совещание по вопросу сохранения калмыцкого языка. Мы продолжаем системную работу по развитию калмыцкого языка, поддерживаем школы, учителей, воспитателей, закупаем и издаем новые книги и пособия, готовим молодых специалистов. Но на достигнутом останавливаться нельзя, отметил глава региона. На совещании уделили внимание поддержке Центра по развитию калмыцкого языка. Сейчас завершается капитальный ремонт в новом просторном помещении и закупается современное оборудование. Далее будет рассматриваться вопрос кадрового обеспечения. И, как сообщил Бату Хайсиков, в республике будет запущено радио на калмыцком языке, а еще ведутся переговоры с потенциальными инвесторами по созданию своей типографии. В завершении глава Калмыкии рассмотрел меры поддержки тех, кто работает с калмыцким языком. У нас есть региональные выплаты для учителей и воспитателей, но их необходимо расширять. Поручил коллегам проработать этот вопрос. Уверен, командный подход поможет нам возродить калмыцкий язык. Конец цитаты.